Григорий Иванович, второй класс. Гамма, соль, мажор, Гнесина. И танчик этюд номер 7. Ты встаешь, да, и играешь сейчас длинными нотами. Я не буду подходить поправлять, сама все поправила. Посмотри, где рука. Все как дома, спокойно. Это быстро. Чуть спокойно, тебе же по 4 надо будет. Смотри, как сделаем. Ты когда тянешь ноту длинную, говоришь «я шагаю я». Давай. А на четвертом конкретно тебе тоже говорить? Нет. Про себя говори. И сейчас говори только про себя. Внутри длинной ноты, да? Я шагаю я. Делать еще, хорошо? Мы можем разговаривать, ничего в этом страшного нет. Ты играешь, смотришь на Георгия Шировича, смотришь, кто у нас тут еще есть. У нас есть Максим Бенгеров, у нас есть Владимир Спиваков. Вот у нас сколько замечательных людей, они все за тебя болеют. Так что, пожалуйста, туда не смотри. Давай с самого начала подготовься, как дома, вот как ты все сама подготовь. Ты поставила руку высоковато. Перенеси смычок. И не спеши. Я шагаю. Не смотри сюда, работай сама. Чем тянешь ноту? Надо сразу играть по две легато. Ну, по две легато. Нет, по две легато. Вот ты сыграла длинные. Вот давай, конец гаммы. Ре, до, си, ля, соль с четвертого пальчика. И вот следующая нота, это уже начало двух легато. Давай еще раз конец гаммы и потом по две легато. Все, уже опоздал. Та-та-та-та. Два раза быстрее. Когда мы играем, ну-ка еще раз. Говорим про себя.
вот, например, целыми нотами, а по две легато в два раза быстрее, а по четыре еще в два раза быстрее. То есть, когда я играла внутри тебя там кто-нибудь вот такой, да, две доли. Yeah.
конечно. 3, 4. Открыто. 2. Доводи до колодки, доводи. Скрипку как тик-тик-тик, и руку опусти. Левую руку опускай. Как ты умеешь дышать? Вот, опускай левую руку. Отдыхаешь. Недолго. Все, отдохнула и дальше поехала. То есть не надо, очень долго останавливаться. Да? Это одно выступление. Что дальше играем? Да, ничего объявлять не надо. Нам просто приготовиться. Я пока Анюте помогаю еще до субботы. В субботу желательно нам сдать технически. Давай. На пальчики смотри. Ой. Вот такого допускать нельзя. Значит, прежде чем играть этюд, нужно про себя представить. Во втором, в третьем такте, вернее, у тебя есть, вернее, во втором есть до диез, да? Вот чтобы этого не допускать, давай, надо подумать об этом, прежде чем вообще начать играть. Подумала. Давай. 4, 1. Этюд начинается. Ну, я думала, ты ноту си. Что? Вниз смычком. Приготовилась, поставила, правильно. Ну-ка, сыграй си. А сыграй ля. Ну, теперь си. Вот. Ты же дома как-то играешь. Ты пришла ко мне и начала играть чисто. Смотри на смычок и на пальцы, не сюда.
значок и на пальце. Часть. Си, до, си, до, ре, как сначала. Ре в другую сторону. Почему ты стала играть в одну? Нет, от колодки. Четыре легато. Конечно. Ми, четвертый. Ну-ка, еще раз третью часть. Еще раз третью часть. Си, до, си, от колодки. Третья часть. До, от си, от до, от ля, от си. От си. Вот, и больше трать смычка. Веди его. Вот, вот. И четвертая часть. Си. Дальше что ты делаешь? После того, как все закончилось, что ты делаешь? Кладешь скрипку. Да, сделала поклон, кладешь скрипку. Давай, 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 и выходишь. Не надо складывать, просто клади. И выходишь. Репетируем, как дверь. Открываем и закрываем. Заходи обратно. Заходи. Мы репетируем все. Осторожно, пальцы. Мы репетируем все, как заходить, как выходить, как что. Вот еще раз возьми скрипку, как будто бы ты закончила. Сыграй последнюю ноту соль. Неважно, в какую сторону, просто соль сыграла. И быстренько вышла. Все, спасибо, иди сюда. Просто чтобы мы видели твое намерение, что ты кладешь скрипку и выходишь, чтобы мы не говорили. Анюта, положи скрипку, выйди, мы сейчас тебя обсудим. Вот это все терпеть не могу. Понимаешь, да? Я вообще не люблю обсуждения. Можно сразу сказать человеку, что у него получилось, что не получилось. А лучше спросить у самого. Что ты будешь дома делать? Шаг назад. Что еще надо доделать в этюде? Какую часть? Третью, правильно. И четвертую чуть-чуть, да, чтобы не забывать. Самое главное, это третью часть доделать. И обязательно освобождать суставчики на длинных нотках, да? А так все у тебя будет прекрасно. И посмотреть видео обязательно, и разобраться с темпами. Целым, в смысле, целые ноты, потом по две легато и четыре. Каждый раз в два раза быстрее. Хорошо? А в какое время будет сольфеджио? Не знаю, пока у тебя будет сольфеджио, возможно, после сольфеджио. Скажи пока. Пока. А куда идти после сольфеджио?